Узаконит или демонтирует? Одесская мэрия объявила войну зарядкам для электрокаров. Оповещения о демонтаже появились на многих устройствах. В мэрии уверяют, электрозаправки якобы в основном устанавливают незаконно, поэтому их планируют просто демонтировать. А на аппаратном совещании горсовета сегодня подняли вопрос об их узаконивании. Зарядные устройства, которые для автомобилей, могут располагаться на территории города, либо как коммерческая структура согласно 244 приказу, либо согласно Земельного кодекса Украины. То есть пусть отводят землю, ставят свои станции, как положено. Это первый вариант. Второй вариант – оформляются по упрощенной системе согласно 244 приказу, который был издан еще при Юлии Тимошенко. Третьего, насколько я знаю, не дано. То есть в таком случае давайте рядом поставим еще бензоколонку. Она что же заправляет автомобиль?